например, ну что там есть такое, типа, из прям из Ну, какой-нибудь ты говнины? момчик находишь, вот сейчас на пашечку вешаешь его, она всех Не, разъебывает. да, я имею в виду, что там есть, вот сейчас на 5-й минуте какое прям какое-нибудь говно. Ну, блядь, Айрон Талон, например, ты нашел, ну и чё, типа, и похер на него. Просто какой-то Айрон Талон. А можешь найти арканы? Чел, реально арканы, блядь, дают тебе просто так. 8 кинте, 3 к броне, 75 маны, и ты кайфуешь. Ну, это очень странно. Так, короче, ладно, брать героев, которые могут не только на линии. Сопли Дота. Минус 30 патч. Плюс 18. Злодей с нами играет. Так, ну чё? Ну чё, Game Ruiner? А, О, это конечно же, бабка. конечно, пакич, поехали. Пукич. Как обычно. Айрон Талон фармит легко крипов в лесу, бэ. Спасибо. Без талона, например, Бладсикер лес никак не зафармит. Конечно, охереть. С обычным-то топориком, как это справиться-то с лесом? Да нет, талон ничего не дает, типа, Так я такого. тебе о чем? Ну, то есть, я просто понимаю, что реально кому-то может выпасть талон. И... Чё это такое Ну вообще? вообще манговое дерево, это имба достаточно сильная. Ты просто ставишь его в своем лесу и спамишь ману крипов. Неважно, ком, СФ, Луна щитом, типа, Но... Зевс. Это тоже сильная штука, типа. Да хуй знает. Вот Нет, я типа... Да нет, ну... сравни манговое дерево. Реально, сравни манговое дерево и Аркан Ринг. Ну, Аркан Ринг со Раз... темком, это да, это Мишка! жестко. Спасибо большое за Раз в 26 минуту месяцев. падает Добро манга, пожаловать обратно. 40 секунд КД, 75 маны, всем 8 к интеллекту, 3 к броне. Как тебе Не, такое? это жестко, это я ты знаешь, это жестко, я не говорю. А что взять-то, блин? А что у меня какой-то... Я с каким-то говнарем игры на кэре, вы чё, блядь? Кинули меня. Я могу пересесть. Я даже не знаю, что этот герой делает. Он делает так. Чики-бям-бям. Чики-бим-бям. Блин, ну вообще, я так вот прикинул. Прикинул. А хедреск-то реально на первые деньги, походу, это лучший предмет. Она классненький. Да, она классненькая. Правда, получается, что реально все, на что хватает, это один стак танго. Но ты быстро подносишь себе просто курицу с первых бабок, типа там 2-3 манго и все, с рун. Да. И Так, все, что и тебе, по большому вар... счету у Тебе тебя... нужен вар, Дмитрий, я возьму. Оп. Понял. Чики-бэм-бэм, Эндрю, чики-бэм-бэм. Чики-бам-бам-бам-бам. Так, ладно, короче, в этой игре, судя по всему, я гроза курьеров. Я понял, что нахуй не надо эти линии ставить, лучше бегать курьеров, просто убивать. Так смотри, на самом деле можно вот вначале А пойти. можно мне Блин! вард все-таки один какой-нибудь? Я давай дам. Смотри, микрофишка, ну правда, понятное дело, быстро рассекретится, но в паблике можно будет просто по КД. Идешь в смоке вначале, ставишь вард на линию, где-то между тир-3, ну, короче, между Ну тир-1 и тир-2 да. вышкой, и все, и видишь курьера, он настолько медленный, что ты просто с линии уходишь туда и убиваешь его, и все. Так и есть. Особенно на паке, который, типа, еще и может орб завязать и подлететь к нему. Так, с вардом я нахер дал, понял, принял. Я тебе дал вард, алё. А, да, простите. А танка мне кто даст? А, да. А Мужчина. ты Да где по танк. вообще? Ты кто вообще? Я Челябинск. Челюски. Челябинск. Как дела у тебя, Андрей? У меня Челябинск. хорошо. Блин, вы когда-нибудь смотрели на форму бараков? Нет. Вообще возникает вопрос, как оттуда кто-то выходит вообще. Я вот тоже смотрю. Но вот там есть выход, они типа стоят, смотрят наверх как бы. Давайте проанализируем. Ну честно, Ну как вот там в эти крипы одном есть делаются, какая-то типа? маленькая дырочка, а во втором что-то... Мне Как? кажется, нужно сделать, типа, Но... красивые бараки, знаете, из которых прям реально Нет, будут они выходить. там есть вон выход из одного Ну, барака. это... Ну, нет, Да и из второго. Да есть там все. Вы это пос... Ну... выглядит, извините меня, как кое-что. Ладно. Чел, все это выглядит нормально. А, ну вообще логично, да. Все, одну тангу даю. Больше нет.
Почему обделяют? А надо уже разводить кого-то еще. Почему же так? Так, где помочь? Думаю, что сверху, вероятнее, лучше будет. Там думченьки. Хочешь помочь? Давай помоги. Блин, что делает герой его? Надо изучить, конечно. Ну, я изучил, это сильный герой, хотя Андрей говорит, что это булочник. Просто но он чисто... Чисто вот, когда Эмбер что-то делает, хотя бы понятно. Типа... А этот делает реально, визуально даже нихуя не понятно, что он делает. Все может убить раз, если он будет въебываться. Ну, гайз. Кто здесь там? Дум. Дум. Ну, его можно убить, если он будет въебываться, конечно. А помочь? Ну такое. Мы отзонили их? Да, если получится там еще какие-то руны забрать. Там не получилось. Ни одна не получилось. А там Андрей. Да это Андрей уже в возрасте, ему сложно руны забирать. Да, я не рассчитал немножко. А это тени с бесконечной палкой, да, сейчас у меня на линии? Да, это тени с бесконечной палкой у тебя на линии. А, шаман с ботинком может прийти еще в спину, если что. А у меня может... И шаман может просто пойти убить мне курицу, если что. Тоже мемно будет. И как вообще лосить крипов, если что, сейчас? А, я не знаю. Узнаю у айсфрога, как лосить крипов. Раньше хотя бы он добивал типа 4. Интересненько, блядь. Как передать предмет-то, блядь? С какого уровня мой герой, который у меня на линии со мной стоит, может нападать, кого-нибудь убивать? На любом. Серьезно, на любом? Даже на первом? Даже на первом. Тем более на первом, Ярик. Ну, он, кажется, промахнулся каким-то скиллом, я хуй знает, что он нажал, но... Это, вероятно, был первый спелл. Да. Это что-то типа паунса с Ларка, я так понял, да? Это первый скилл. Ну, нет, это, скорее всего, присоска лича. Понял. Только присасывает юнит, а не герой. Да он пошел, блин, на своем шамане. Шаман гуляет тут повсюду. Ай, я забайтился на дерьмо. А, в натуре присоска лича, слушай. Ну так-то лучше. По всей карте все умирают, что-то. Без... Беспредел какой-то. Не, так норм. Еще ДД возьму. Еще один. Блин, а бабка нормально расхорашивает. Not bad at all. Какая курица, пожалуйста, принеси шмотку. О, Баорин, слава яйцам, блин, курица едет. Третий бы мне высрать. С жепи? Ну тут чел у меня на линии вот, мажет скиллами всеми, я хуй знает. Хуй знает, как играть. Не, я знаю, как играть.
Знаешь. Блин, что-то жмет кнопки, ой, бля. Так, можно убить Думченко. Вот это вот. Ну, он, кстати, уже умер, а с чего тут не надо. Можешь еще кого-нибудь убить, вон. Еще второго можно реально убить. Этого попинайте, он, в принципе, скорее всего, и так сдохнет. А тут еще человек. Ну ты понял, да там чел мажет всеми. Ну он вот учится, но что ты тут сделаешь? Не, ну это правда, да. Так а чё, Растика что? Хотим душить? Дом прилетел. Можешь доебаться. Я доебался. Вообще, еще пару тычек он умрет. Блин, бабка нихера она мне, кстати, дала. Бабка, мама, а, ну есть мангус, баб... есть мангус, аккуратно, не ведитесь, так сказать, на бабку. Да. Что-то я повелся, получается. Получается, что так. Нет. А, дресс только свистни. Он появится. Ха, дресс. Не хочешь, кстати, в спину, в тайнику? Watch pack and drag and pack and drag. Давай, дойду. Чекай, я уже тот вас слышу, он прям подошел сам тебе. Так это он. А у тебя будет? Будет. Там был чуть пораньше подсобить, чтобы я мог да, убить. Да, да. Потому что он нереально быстрый какой-то, блядь. Не знаю почему, но он вот такой вот сейчас. Мы же вроде порезали наоборот МС. Не знаю, он бегает быстрее меня в X2. Да. Моя ошибка. Ну, впрочем, я, кстати, никуда не ухожу пока. Тайнику не подрезали, нет, он столько же бегает. А. О, сори, сори, тайник. А чё, а чё, так он мертвый должен быть. Будет хилк? Бля, как дать хилку-то, понимаю. Будет хилка, по-моему. Я не смог. На самом деле, я мог нажать, по идее, на твою иконку сверху. Это сложно, для этого. Сложно. Ну, бля, это реально сложно, на самом деле, не доёбывайся. Ну, вообще такого даже на прудоте не да, делают. Да, я не требуюсь. Я че обычно че второго уровня, за которого, блядь, 253 голды дали. Какая но у меня, хуя? Правда, 80 хп бы, не факт, чтобы тебе хватило. Конечно. Кто знает, кто знает. Я лично нет. Я тоже, если что, вообще не в курсе. А я бы купил вард, но его нет, Ярик. Я потому что купил сам вард. Так, а че это такое? Оп. Пойдемте, пойдемте. А чё, а чё? Help! Тини базовая скорость передвижения увеличена 290-310. Ты обычный? Тогда, брат. Так и есть. Вот. Ну вот. А ты говоришь, не подняли. Получается, подняли? Чё, не хотите вы припить? И спить, так сказать. Не надо тебе? Ладно, всё. Добрый. А нет, сюда нет. Бабка идет. Стан КД, я... О, пора фармить о, двойной стак крипов и лутать. Сейчас залутаю что-нибудь. Ожидайте. Ожидайте лопату, бля, как хочу лопату. Бля, чё, я испугался, какие-то выстрелы. Это бабка. Ова, что-то выпало. Арканы! Пфф. Понимаю. Кайф. Грац. Сука, как в Боби в натуре ГЦ, ГЦ, я тебе пишу. Еще надо, чтобы делали, типа, шмотки навсегда, типа, на героя остаются на Next. И вообще мемно. Так, а на шестом уровне этот чел сильный? Мой друг на линии. Да, да, да. Я просто пока не разобрался. Чё он? Опа, не надо, блядь. Тут где-то вижен стоит. Ебать, что он вообще, что он делает? Он жмет все кнопки и враг умирает. Я говорю, это очень сильный герой. Причем у него еще нету, у него самого сильного скилла даже нету, Ярик. Парни, прекратите. При этом первым скиллом он просто промахнулся, если что. А тебя будет какая-то булдушка какая-то для этого? Ну... В чё-то будет. И чё такое? Смотри, тут фармит Doom где-то. Ты вот так о! Хотел, чтобы я делал? Snapfire. Это Snapfire, блядь. А бить не могу? А, я супер медленный какой-то. Опа. А чё, если...
Мы Может быть, украдем это закончим крапиво. упражнение? Да, да Может, я куриц мне ватсотку хотел. взять? Я хотел куриц, на самом деле, только... Руна! Вещь! Он взял, надеюсь? Руна не У нас на вещь. фаер есть немного? Тут у нас ёбка какая-то дикая пошла. А помощь будет какая-то? Я бегу, А, куда-то понимаю. съём. Блин, ну что же делаете-то? Что же делаете-то, ебут почему-то? Шаман какой-то, просто Когда гений. Ебут, расслабь ты булки. Опа, курка, курка! Живет. Так, а чё? Меку купить, тимеку. Вот этот предмет я зря не купил, конечно. И этот вот зря не приобрел. Так, я в мид тогда пока поставил немного. Там эти сейчас... как штучки. Штучки, штучки. Баунти называется. Там вообще 500 героев, мне кажется, там не стоит. Вообще, находить. Андрей, просто забери баунти. Да, попробуем. Просто забери баунти, лол. Просто забрал баунти. Лол. Лол. А, мы и там лол. Забрали вроде баунти, так что... Ха, лол. А! Бабка ебёт курицу! Ой, Лол. Чё, блять? По всем пострелял немножко. Я тоже нихера не понял, что случилось. Ну а там штрекает по всем вроде, да. А чё, будем ебать их тут? Да, давайте. Есть Джим Койл? No, да, конечно. Ну сейчас у меня этот придёт. Три булшит. Я хуй знает, кстати говоря. Чё тут все собрались, по какому поводу и зачем? Типа... Ну, в смысле... Вы тут эти... Ну, зачем тут Пангольер находится, например? Без понятия. Я так почему просто на Челадельфию Не, ну а ты-то ладно. Пангольер почему здесь, а не на линии на своей? Съебался куда-то с линии, хоть гуляет здесь. Чем, так. Надо бы Тони какого-нибудь попробовать вштрекнуть. Блять. Подожди. Да ёб твою мать. Пожалуйста. Каких-то предметов непонятных. Просто жесть. Мангус, тангус. Едете стаки что там, нету? Я могу вниз прийти, кто там вниз идет. Я лечу вниз. Стаки чей вроде нет. Блять, что это за звуки? Да блюет человек. Там хуй знает, что происходит, там реально блевантин какой-то. Короче, они два ульта потратили, снэпфайра и воида. Так, я в деле, парня. Можно начинать, можно начинать. А дум с ультой? Ебать, что делается, сори. Там чел застрял немножко. Было такое, да. Войда бы разъебать, конечно. Хуй знает. Блять, он мне как-то дерево срубил просто. Как он нужное дерево нашел? Я ничего не понимаю, что происходит, сука. То... Все, в пизду игру это. Я... Что-то реально бабка стреляет, блять, деревья, какие-то шмотки валятся, ГЦ, там все вот это вот. Давай, надо захватить. А, да, точно, я тут телепорт просто купил и ушел. Я начинаю шмотки бить, кстати, меня заебало. Вот. Все. Не, все правильно, правильно. Разбить ебальник, пожалуйста. Ой, извини. Че, просто на думе как-то срубил? Дерево подошло рандомное, нужное. Блин, гайс, пока попак нравится. Ты еще вначале мог бы что-то полезное делать на линии, там стоять ковыряться. Скоро арканы, кстати, которых у меня нет, но как бы они есть. У-у. Там сверху вышку забирают. Надо тут добрать. Они сверху забирают там. Да похер. Это R, размен. Выдвигаемся. Так, а чё, всё, я в блядь, пошёл подфидить, хочется. О, смотри, боец. Там решил, да, он бьёт нас, чел. Будет с момом. С момом, да. Блин, а вот это вот хочется, кстати, килл.
Есть что-то помощь какая-то Но немножечко? будет, будет, да. Давай Будет, обезьяна будет. вонючая, делай это. Снэпфайра хочется именно килл? Так, дум летит сюда, не очень удачная позиция для пизделки. Так а... Ой, и вот там... Что ты хотел, чтобы я там сделал? Просто, чтобы ты поставил говно на расту, и он бы сдох, и все. А в итоге я сдох, да. Дом с домом еще, дом с Если домом. Если бы я мог просто поставить говно, я бы просто поставил говно, Андрей. Чел, ты в таком Чего говне? Не видит-то? Во-первых, может быть, случайно. Как же тебя обосрало там. Кстати, почему под галерой не хочет покататься по фану? Парни, я нашел айтем. Пурман Шилд, вот, давай его кому-нибудь. А давай это, мне. Это считается, я выбил или нет? Я там отдал этому мальчику на... Так, Если нам бы... Моменты с деревьями вообще не понимаю. Тут вижен получается. Нам бы у них перехватить бы эту херню на 15, до 15. Я, кстати, это сделаю, чтобы они опыт не получили. О, готовьтесь. Сейчас будет госу момент. Блин, а он тоже хочет перехватить у нас. Я не успею, блядь, секунду. Да ладно. Я не успею секунду, лол. Госу момент был, кстати. Пиздец. А, вы там сдохли все? Да, но мы за тавр. Так а вы баунти забрали, это ж кайф. Ну, не мы, а я. Ты самый лучший. Ну, потому что снизу-то не забрали нихер. Опа, тут дом. Тут туроро, туроро, туроро. Рошан что-то бегает. Блин, а если я беру 200к стрейндж, то получается я и рифтом тоже издалека могу стрекать. Так, ну вот смотрите, чел делает это. Бам, бам, бам. Так, смеку докуплю. И буду делать тоже это. Бэм-бэм. Опа. Аквил лежит, блядь. Ну аквилу не забрать. Глупо было бы не забрать аквил. А чего там пиздитесь? Там же драка хуйня полная, не? Да вроде так все плохо. Понял. Да при чем тут я, блядь? Вот там ДД лежало. Я иду. Guys, help. Я в думе. Я в думском. В могиле. В могиле могильской? Да. Так, а за мной погоня. Ага. Кисленького. Да. Так, 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 так. Еще обновить кисленького. Обновил кисленького. Кисленького. Ты что-то на очке, Андрей, на самом деле. В смысле? Ты бы остался, мы бой убили. Ну ты просто упрыгнул от него. Но я что-то, да, на очке просто. Да я не видел нихуя, чел. Я же, блядь, я это самое, на паке играю, у меня кнопки понажимать. У меня же и этот, и грейв, и хил, все было. Не, убили да, да. И дальше вместе бы пошли, вместе, да, как команда. Да, как да, 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 я понимаю, да, да. Доверия а нету, не чувствуется вот этого. Войт вышел, как гайд, правда. Так, да не доверия нету. Кастрендж, да, какая-то кстати. Какая-то херня просто происходит, как обычно. Классика жанра, так сказать. Блин, аквила. Я теперь Боже, супер далеко в этот рифт кидать могу. Так. Аквила. О, блять. Так у нас... Ярослав! А разве можно две аквилы? Я думал, это запрещено законом штата. Я что, поставил две синтрии в одно место? О, а что это такое? У меня мека есть. Давай, давай, вампир, вампирчик. Что так больно-то, фух, боже мой? Фух, фух, фух. Чел, 1100 хп. Вообще ладно. Тини выглядит как что-то неадекватное, честно. Да, так и есть. ладно, ты когда будешь всех убивать-то уже на макаке своей? Когда рак на горе свистнет. Понял. ДД, кстати, у чела. Бам. О! Живет? Не живет. Тю! Что там происходит? Нам бы... Вот-вот-вот, давайте, ёбочка, ёбочка, можно устроить? Надо бы, надо бы. Как же я долго лечу, может. Там Блевантина включил. Да-да-да. Бля, Блевантин, это пиздец урон наносит, я так посмотрел. Конечно. О, там, смотри, там варды деньги дают. Раздают. Забрать бы их. Он не расстроится, надеюсь. Кто?
Растишь? Было бы забавно, если бы он вот ушел бы в порталы и не появился бы нигде. Все. Появился в прошлом патче бы. Так, сейчас это скоро штучка начнется. Нам нужно. Я пойду засуицидюсь, наверное, вот здесь вот. Надо отжать, да, отжать, но надо отжать перед. Типа. Смотрите, а этот снизу, ну меня сейчас Тини здесь убьет просто. Да мне похуй, честно. Похоже. Я смек. Нас жмут. Нашу постройку жмут. И вышка наша. Ну вообще, падает. Я вроде бы такой типа. Пам, пямчики, пям-пям. А че это? Зачем он сюда летит? Ну, он отменил. А что, вышку будем забирать здесь, что ли? Не, yeah, бой. Мне главное не... Блять, я иду шмотки продавать сюда. Не получить дум въебало. Это был тест длительности арбы. У него блинк что-то будет. Блинк что-то будет, да. Тут может случиться замес. Опа. Все в смоке поставили синтру. Ну а чё, мы не можем напасть на них убить? Они же тут не все. Точнее, быть не на супер-мега-глобальном очке, а на микро-очке хотя бы. Быть не то, что ли бы все. Давайте, я на небольшом очке. Ну хотя бы такое микро-полуочко хотя бы. О, здесь вардецкий стоит, Ярик. Понял. Давай найдем его. Давай найдем его и сломаем. Я нашел его и сломал. А чё, а почему эта херня сюда по... Лол? Чё-то я нихуя не понял, ладно. Я стою. Ты, кстати, погиб. В хроносфере, и меня наплевала бабка, и внесла мне 1000 хп. Там наш маг что-то кастует, ничего, никто ничего не понимает, что происходит. Он куда-то пошел, получил дум и сдох. Не стукай! Опа. Опа. Time dilation пофиксили, говорят, да? Заебись. А, кстати, что-то его не особо как будто пофиксили. Ну, типа, смотрю. У меня были кулдауны какие-то, и... Короче, нихуя его не пофиксили, вот что могу сказать с уверенностью. Что ж, будем знать. Так, имклав. У меня вроде там было, типа, 4 секунды написано, но даже если это были не 4 секунды, а на 75% больше, как мне обещали, то... В общем-то, пиздёж это и провокация. Ну вообще у тебя не двигался кулдаун, как будто бы совсем. Да. Опа, а чё, я выдвигаюсь тоже, если чё. Ага! Блин, мне бы эту самую... Она прыгает, я забыл про это. Можно подождать? Чуть-чуть. Она никуда не денется. Она сейчас тебя может сделать. А, всё. Так, на меня Тини напал, смотрите, а он, типа, так-то очко. И так-то очко, сэр! Ха-ха! Да. Сэр, я у вас в очке, извините. Он и вправду очко. Ой. Ты видел, как он очкист какой он? Да, очко, очковитый. Так, ну а чё? Чё это был за хер? Это был Шамаич, который... Ну, я кстати, купил. Ещё один хер. Пандушивает. Оп, оп, понимаю. Понял. Та-да-да-да-да-да-да-да. Где шмотки наш Кэрри? Сломал. Самый популярный ответ. Так, а чё? Так, наверх мужчина побежали, полетели. О! Понял. Была надежда получить что-то. Но она... Она растет. Таяла, как шансы победить любую игру Дотла. Какой-то негатив, кстати. А, нам пизда, если чё. Ну я хочу артефакт, там. Ребят, у меня слишком много пустых слотов. Вот видите, вот теперь у тебя килл. Ну, хуй знает, кого он там килл.
Захватите А, там Void... херню. О, блядь, у нас же Void Spirit еще, это бесполезная залупа. Да, есть такое. Тут, в общем-то... Что-то я не могу применить никуда свои заклинания, и по этому поводу я как бы немножко тильт. Тильтовый капитан я. Потому что Дазл со временем, конечно, потеряет. Хотя... Тут ничего ты не потеряешь, вампиросыч. А прочекай здесь? Да, это точно. Слушай, а у тебя есть какая-нибудь центрия? Там, может, хотя ладно, похуй, мне так комфортно. Меньше слотов, хотя, меньше это бесит, самое. Что нельзя купить шмот. Снапфайр, спарк. Заберите эту штуку, я его сломаю. Откуда они узнали? Странно. Надо всё, забрать, давай да. Сюда, где она? Тут, скорее всего, будет пиздило. А куда он выложил ее? Вот, только. Вот. Ее спиздили, Андрей. Кто? Фура. Нам пизда. Нам пизда. Ну, чел все прожал. Мы даже можем без пангалера, наверное, подраться, конечно. Не? У чела нет скиллов же вообще никаких. Ох, говной воняет. А, не. Там сверху проблемы. Там сверху уже минус. Блин, долго. Да или что-то? Чё, блядь? Тут очень большие проблемы, мужчина. А, он чё, аганим что ли нашел? Кто? А почему? Ну почему Вардераста с аганимом хуячит? Ну, возможно, и нашел. Ну и что с того, что нашел? Тебе жалко, что ли, да? Аганим нашел, нах пошел. Да не, ну в принципе, ну нашел. В следующий раз ты найдешь. Ну. Ну или нахуй пойдешь. Не, ну нормально же, чё, ну нашел. Ну свиток на Аганим, я понимаю, что он нашел. Охуенно, чё. Пришел типа Шамаич на 26-й минуте, о, что это там такое? Вот смотрите, энчантед залупа. Охуенно, вот наш приз. Кстати, баунти руна лежит до сих пор. Кстати, Андрей, это для тебя. Залупа. Давай залупа сюда. Ура! Ну нашел он. Ну 1-11-10 играет, ну с аганимом пострелял. Ну а что? Почему нет? Почему нет? Ну, понятно. Все, все хуму вроде. Аганим нашел, нах, нашел. Куш огромный лес. Опа, о, что происходит? Guys. Происходит. А чё, будет ёбка какая? Я да? иду. Ну если как-то собьёте там мне игры в уж. Ну, блядь. Сейчас дам. Жаловато, конечно. Может догнать и выебать? Давайте, Орфьер. Догнать и выебать, плюс. А ну, может он просто ткнул в дерево. А вот здесь вард. Правда, почему мы увидели, не совсем понятно. Я лечу с ББК. Та же хуйня. Надо продолжать, раз мы все байбэкнулись. Угу. Да что это за урон, блин, блять. Найс, это мы остальных отзонил? Нормально. Да все легко, легчайшая победа была. Да! Не, мы проебали. Кстати, вы реально проебали, по-моему. А ну-ка дерись, регенься, как никогда не жил, живи. И прыжок. Он даже не близко к смерти был, Ярик, видел? А где пак наш? Вот еще Андрюлю, лорд Дрюно жив еще. Лорд Дрюно. Он без да куда, блядь? Прячься, лорд Дрюно. О, лорд Дрюно. Ульт есть, лорд Дрюно. Жестяк. Беги, Андрюха. Тю-тю-тю-тю. Чики-бам-бам. Так ты там так бар-то стоит здесь, типа на линии? Или вот что? Здесь. Интересно. Блин, почему мы его видели в какую-то секунду, без понятия? А это никого не волнует. Кстати, с чего руна настаивается, уже можно брать. Андрюх, стреляешь, возьмешь? Чё, я где? Спрят.
А вон там стоял все равно. Базар. Грун нашел. Нахуй. Базар. Нахуй. Да, я хочу увидеть Манки Кинга 30 уровня, у которого будет и круг, и 100 брони, типа, что он чисто стоял там. Че, парни, хотите тычку хорошую дам? Смотрите, давай, смотрите, давай. Смотрите. Давай, давай. Я фоткаю, Андрюба. Ща. Вот покажи давай. Мне. Покажи мне, хля. Давай, покажи. Давай, смотри, давай. Сейчас, смотри, давай. Отхожу. Вот так вот. На! Бам! Хорош! Охуенно! Ты молодец, тренируешься. Спасибо, спасибо. Ну так, да, вообще тренируюсь иногда. Потренькиваю там. Че ему? Понятно, видно, спортивненький такой. Спортивный парняга, да. Вау! Вау! Да, какой же полезный герой. Они захватывают наш пост, поехали. Поехали. Давай, срочно. Сука. Ну смог надо нажать на. Аутпост наш собрались брать, значит, да? Да. Надо вот этого брать, вот этих всех. Ой, бля. А, меня не выпустит, да, в принципе? Ну, а может ты будешь все-таки драться, я хуй знает, или что? Ну, у меня... Ну, у меня Грей, ну, короче, кто-то же должен драться, блядь. Из башни меня не выпустил, все, ну, мы я типа, понимаю, уберемся. Не выпустил. Там Андрей просто всех разъебал уже, пока суть до дела. Лорд Дрюно! Ну, яб твою мать. Лорд... Все под контролем был, Ярик. Дрюно. Не, грамотно. Знаешь, обидно, чё? Что не хватило миллисекундочки стики прожать и грейв дать. Ну, это чё-то объяснишь. Мне даже костиков нет, мне всё пишет про стики. Мы все руны проебали, аванпосты проебали. Но зато... Нет, на самом деле это похуй. Мы их убили и забрали им вышку. Так и, кстати, можно еще дальше пойти. Аванпосты приберем мы к себе или нет? Вы хотите дальше? Я просто... А, ладно. Ну да, ладно, иди. Ну, типа там трех героев нет. Я на аванпост пошел. Тут 25-й как раз почти. Смысла уже нет от этого аванпоста. Так. Ну, Vision, ТП, плюс на следующий раз, так сказать, все равно врагам придется как-то сместить. Так, короче, мне надо скадить 25-й, я апаюсь в 3 раза примерно. Мне нужен 30-й, догон 5-й, Тейлблейд, и я тоже получу штаны. Не, нахуй эти грифсы, короче, я их пытаюсь купить всю жизнь, это, блин, плохая идея. Но я без бульбайлера. Еще я ни одной шмотки не нашел, кроме вот этой. А, ну и аквилы, но я распиздил просто. Опа, смотри, какую мне шмотку дали. Дэмэдж, стил. А что, есть какие шмотки у вас, интересно, поделиться? У меня вот... К сожалению, ничего интереснее предложить не могу. О, у него сетка какая-то. Еще сеть дает. Блин, ну вот вроде типа... Скоро относительно у меня будет 25-й, но на самом деле это ни хрена не скоро. А у Макаки скоро будет 30-й. О, у Макаки уже 25-й. А чё, может быть мы пойдем? Опа. Говорю, скади, 1000 монет, гайс. Чё такой огромный уровень у всех? Не давали же, не меняли же. Почему у меня 20-й уровень на 32-й? Ну, мы же парочку всё-таки съели этих... вот посты, да. Это многое объясняет. Вард нашел. Пошел. Смоки, наверное, что-то никого не видно, сестрём. Да, уж за. Подвижено, может быть. Я пойду продам шмотку и сломаю. Давай. О, они тут. Почему? А, блять, она... Короче, там такой... они пиздец в говне так-то. Вы бы знали, что сейчас... Да я что было, блять. Я только что пытался аквилу продать, я не понимаю, почему она не продается. Им очень больно, чем будет. Им реально очень больно, кстати.
Господи, блядь, не смотрите, что я сделал в этой драке, пожалуйста, никто никогда. Я стою вот здесь и не понимаю, почему я не могу продать Акбилу. Нажимаю БКБ случайно, мискликая. Кайф. Вы ну, типа, реально, что ли, у Войда что-то с башами сделали? Я не понимаю, он просто баш? Их сломали, типа, или что? Никто никогда не смотрите. У нас там баска горит. А что, трон пойдем ломать? Да, потому что тир один вышки стоят почему-то, по какой-то причине. А трон падает. Ну, он нормально. Починится. Слава богу, у меня в этой команде есть Дрюс, который просто выебал всех. Там да. Подгольер, если что, их выебал. Там Подгольер в этой, в ультиме его закрыли в Хрона, и он типа стоял, расталкивал всех, они, блядь, не могли ничего сделать. Лол, найс. Вот там Рошана всяких. Это гайс. Ладно. Чё? Не, я только там с Растиком любой занялся. Ой, шок. Мне реально в голове не укладывалось, как я не могу шмотку продать. Чел, мы поняли с первого раза, он типа, ха, пиздец. Это, ты не видел, что там еще было, ты не видел, что там еще было. Ускорение. Да, ускорение надо не забывать, нажимать же на курицу. Ой, как сложно, зачем, за что? Так, блин, форсик бы теперь какой-то. Бля, хочу аганим купить и диспелить всех. Хотя, что тут диспелить, непонятно. И сюда я тебе кучу подарю. Мне? Угу, да. Чё там, чё там, чё там? Чё есть нахуй мне-то? Ну ладно, но вместо аркан этих взять могу, конечно. Так, всё, оставил. Теперь подарок. У меня цель, получается, какой уровень прокачки? Большой уровень прокачки? Ой, а 30-й тоже хочу. Да. Хотя вот у Дазла что-что, а не супер крутые тал. Ну, как бы, от второй ветки не то чтобы ты прям такой вау. Ну, у обезьян так-то там. У обезьяны пиздец, если что, как раз таки. Он меня просто рандомно подкинул. Немножко стрёмно. Он типа ходил везде, нажимал второй спелл, и когда я был рядом, он меня подкинул. А так это работает? Да. Он в тильте. Интересно. А чё, может быть, возьмем тогда заберем Рошанчика на всяк? Взял, а забираю. Там воет, шмоет. Вот, так смотрите, что делает демон на пакиче. Я лечу, Андрей, помогать тебе. А тебе, видимо, не особо нужна помощь, да? Или... Да, нужна. Ну, я должен был спрятаться еще. Опа. Там еще мужичок был. Был, был. Опа, смотри, слева. Мужичок. О, бля, он реально сломал человека. Он без вебек, его бы забрать. Да-да-да. Почему мы увидим? Я, кстати, не знаю, почему вы его видите. Уже не видите, опять видите. Так, а тебя пойдем вверх сломаем тогда. Чел без байбека. А, потому что аванпост. Бейте, бейте. Да нет, там людей не достают. Какой аванпост нахер? Я что-то тоже не понял, как там далековато, вроде нет. Аванпост на всю карту, что ли, работает? Нет, да, мне тоже кажется, нет. Видите, потому что талант у спирита, говорят, если что. Что за талант? А. Опер искать невидимость, Изучаем доту вместе, как бы. Вот. Угу. Так, ну похуй, они без того слабые, но я отойду все равно. Оу! Ну, я вжал. Ну, я что-то жирный вроде. И я в думик, да. Ой, я чел. Закончил упражнение. Я не знаю, что нужно. Какие нужно иметь шмотки, чтобы тебя Войд не убил за хроносферу? Есть такие шмотки в доте второй? Не уверен. Ну типа, у него даже. У него итемов нет, блять. Да, у него, блять, плащ иллюзиониста. Вот что у него есть. Чё, блять, Титан Сильвер, 22 к базовому урону. Что это вообще за херня, Титан Сильвер? Не прибор ли это? Такая вот. Нет, это сильная шмотка бедет. Айон диск? Айон диск. Ля, как же теперь долго в таверне сидеть? Ля, айон диск. Бэбэк. Бабка с БКБшечкой. Вообще, они, наверное, Рошан должны пойти убивать, но они не идут почему-то его. А что там происходит? Бля, вот он зря придумал такой. О, у него, кстати, у него айон диск, вот гений. И он покруг поехал. Уехал. Ему тоже 30-й нужно, ребят.
DC me rolling, behave. О, они глиф проебали. Нормас. Сейчас вторую сторону терять не хочется, да? Придется байбек делать. Ну, видимо, мне придется, а не Андрею, потому что ему сидеть. Вообще надо, чтобы делал Андрей, наверное. Нападал лучше, на них. Надо напасть, нам их убить бы. Сделаю. Бля, нам их надо убить здесь. Понял, принял. Убиваем. Че, надо варду убить. Мужики, надо варду убить. Они сломают нам барак. Они сломали нам барак, кстати. Что для справочки. А почему у меня дагер, простите, в кулдауне от time dilation, блять? Можно узнать? А-а-а! Чё? А ты не спрашивай этих вопросов от лишних, не надо. Ну в кулдауне, и в кулдауне. Ну и похуй, я согласен, типа, ну чё. Мы чё, хотим Рошана и лимит? Вообще, наверное, надо сломать... Ну, зафорсить теперь этого на байбек друга. На воиде. Правда, у нас ни у кого байбеков не осталось, да? Или кто-то вообще, не давал. Вообще, сейчас я вдохну, задумаю, а не заканчиваю. Да, да. Я не могу стоять так и бить. Ну, воида пока нет, все ты можешь. А воида нет, да. Но дум, байбек и нам пизда. Я бы на Рошана пошел. Давайте лучше давай. Да, пока поиграем еще. Давай быстренько сходим на Рошана. Ну как обычно, а проебали вот и дом, все кстати. Эти. А вот и дом, а вот и Раста. Он нажал дом? Да. Поймать бы этого тинника там, конечно. А чё, смотрите, Дум идет. Может быть, мы его... Но мы идем опасно очень. Ой, он не туда поехал. Ебать, он катается. Блин, сломать бы эти варды сраные. А этот без байбека, чё он так долго? Ну, байбека сломал, я не уверен, что еще кулдаун. Я через скоро тоже буду. Ну как скоро? Не скоро, нихуя на самом деле. Это кто? Это иллюзия вроде. Это тоже. Так, ну чё, мы будем идти? Аегис у тебя есть? У тебя все же есть, да? На макаке твоей. Угу. Так иди, воюй с базой. Ну и иду с крипами. Вон человек есть еще. Да, почему у нас люди не хотят идти? Без понятия. На скрипах. Не понимаю. Не, булчит. Ну подкачаемся, там 30-й возьмем. Я там базу, топ давай. Уже, да. А, в натуре 30-й на макаке. Не, кстати, реально 30-й. Надо хоть макаке. Что-то забрать, ребят, потому что... Мне линку, наверное, надо взять. Все-таки сейчас, типа, очень проблематично идти, забирать вот эти вот штуки, когда время мало остается. Поэтому нужно реально отжимать каким-то образом их. Ну, чуть попозже отожмем. Ну, ладно. Ну, чуть наверное, сейчас возьму я Линкин сферу. Вар, кстати, упал здесь. Да. Кому-то нужен этот самый говнин? Нет, это? Стоп. Короче, там сейчас... Ой, мне какой-то южин крется. Блин. Я бы отжал эту херню, но там могут стоять засады, может. Ну, поэтому я и говорю, то что из-за этих... Мыслей всегда неплохо блин, отжимать эту штуку. Блин, нет, вот эти шмотки, они вроде бы крутые. Ну, надо вместе вот сходить. Да. Блин, вот это вроде круто. Блин. Это вроде круто, а вроде... 30 гал. Ладно, заберите вот шмотки. Какие? Что там? Там есть что-то полезное? Да, там типа четвертый тир есть. Ну, я имею в виду что-то полезное для меня. Ты говоришь, заберите, нахуй, у меня какое-то говно, которое дэмэдж дает. Враг мог нажать смог, в общем-то. Мог, да, но, походу, не нажал. Они просто что-то снизу тусят. В принципе, чё, мы их тут можем и убить, если они сюда пойдут? Я питпушиваю пока по чуть-чуть. Нажима как с Аегисом, мы не должны быть на очке. Глобальное не очко. Опа.
глобально не очко, а? Он через стан перепрыгнул. Это на чудом. Понял. Хотел, значит, дать. Я не разложусь под ним. Возможно, и не разложусь, действительно. А возможно, когда-нибудь? Кого, блять, кто нахуй там Денис сзади. Сзади кидает? Да. Блин, я, короче, хотел дать. Короче, я хотел сыграть. А, я же сказал, что я никогда не буду этого делать. Я снова хотел сыграть красиво, и я снова обосрался. Ну понял, я типа. Ой, я даже не буду объяснять. Да, дефолт, понятное дело. Я хотел типа грейв дать, на когда у Пангалера будет прям совсем мало хп, но в итоге он сдох. Естественно. Сука. Ой, мне не нравится, что мне левелы не дают. Так, я тебе говорю, ну ты понимаешь то, что там очень много экспы нужно? 6000 экспы. Ты если что, блядь, 29 уровней можешь настолько получить. Я так друг умею. Ой, блядь, мы ни одной... Парни, мы такие кипланы. Я не успею. Ну, это минус столько экспы, это просто шок. Да мы, ну, тут еще иногда есть момент, что можно захватить базу, сломать, сделать мне крипов, это тоже победа. Но может не получиться, кстати. Тини там нет, если что. Void buyback. Можно отойти немножко. У меня минута до байбека. Надо выждать, они сейчас два потратили, мы вроде. У меня тоже минута. Вообще сломать бы вот этот шрайн, например, блять, он тут стоит, я хуй да, знаю. Да. Полная хуйня. Шервив. Обидно то, что ульта так долго кастуется. Тини. А преследование будет его? Да он что-то блейден, я же не умею. Ну да. Вообще гем бы купить. Блять, а, он тут сидит, алё. Ну, дай его. Ну просто вот, бейте его, я уже подхожу. Сейчас дам. Кастуйте что-нибудь. А, ты его видно, я понял. 27 с половинкой, даже больше. Так, ну у нас именно этот. О, смотрите, Doom, он без байбека, кстати. Чё по байбеку у макаки? Ну, типа, есть уже, можно считать. Можно сказать, что есть. Чё так он такой крепкий, кстати? Чё, пойдём? Пойдём, у них нет байбеков, надо зафорсить тинника. Если сейчас что. Сейчас я вверх чуть-чуть толкну. Я тоже с байбеком. Я мид толкаю. Снэпфайр тут, но у нас скрипы здесь. Подходят. Блин, у нас тут шайна нет. Я успел её. Молодчина. Надо идти дальше. Я почти 30-й. Мне, правда, с пачки крипов примерно даже 0 дало. Чувак, на тебе 2500 опыта надо. Да. Пойдем в мед. Нет. Погнали. Let's go, mid boys! Yeah, dude, okay, let's go. Та-та-та-та-та-та-та-та. Все, мои бэки еще будут. О, я раскастил, даже не ждал такого. У меня айон диск, он обосрется. Он обосрался. Соответственно. Ебать! Честно, вообще не понимаю, чудо. Я... Честно? Я вообще нахуй нихуя не понял, но у меня есть байбек. Ну, ты меня засейвил, и ты молодец. Ты живой, да? Чувак, что это был за урон в один момент? Просто охуел. Вообще ненормальный. Ну там все подряд, типа. Байбек спадло, но походу надо, да? Так, а мы ёбыч даем, по-моему, нет? Не знаю. По-моему, такая себе ёбка. Там вообще кто-то фармит вверх. У нас. Ну, тут Т4 падает. Да, я понимаю. Я Андрею просто говорю, что кажется, в ёбыч мы не даем, потому что. Ну, до 30 так-то тысячи. Так смотри, что происходит. Не умри, Ярик, куда? Будем стараться.
А, кстати, я умру. Или чё? Да, давай. А чё, помощи никакой нет? А, так все живы, а я нет, а я после байбека. О, я знаете, сколько сейчас буду появляться? А, в принципе, 125 секунд, как и раньше. А я что-то, блядь, был уверен, что мы вроде... Бля, Андрей меня забанил. Да, Андрей сказал, что мы вроде пизды даем, я думал... Блядь, ну он реально дает, кстати. Я думал, мы ебашимся. Да я псих, блядь, не слушай меня. Понял. Не, ну есть такое, кстати. Ну, Russian, ну, Russian, да? Когда получишь 30-й-то свой уже? Даже без понятия. Да никогда. Я тоже никогда. Не, мне Андрей немножко. Vision, у меня и талант. Ой, и демеджа будет больше от палки и так далее. А на ion диск джу-джу-джу-джу мое не работает, да? На ion диск. О, смотрите, обе наши сейчас. Обе наши. Давайте, надо как-то давайте проконтролить их. Чтобы они опыта не получили, вот сейчас а мы получили. И будет у меня. Но. Ну ниже они не заберут. На верхнюю могут прийти. Слушайте, а скоро там классные артефакты пойдут вообще? О, чел идет! Блять, он может быть не один, а может быть тени. О, я нашел что-то, парня. БКБ лучше не жалей. Че, лучше не жалей, БКБ! Не жалей! Не жалей! Молодец, не жалей! Не-не, ну просто. Всякое же может произойти. Ну мне больше змеи напиздили. 1200 дэмэджа. Говнольер летит. Мажет всем скиллами. Он сабуслон. Байбекусь, мы идем пушить, да? Я через 20 секунд уже буду. Блин, у меня вот такой скилл появился, и, по-моему, добав duration to silence тоже мне будет продлять, да? Чё появился? О, Рошан. Короче, ладно, похуй. Ну не знаю, ну, что да, твой да, байбек. Да, может да, байбекция, может и нет. Кстати, а ты огоним себе не хочешь замутить? Или... А, меня, с Рошаном можно. У меня есть. Чё Кайз, там? Не-не-не, я про макак. Го-го, там надо помогать. Убивать и заканчивать. Ну, идем, летим, бежим. Стараемся. Я вот тут. Вот этого тиника можно убить. Тини. На думу. Мы на думе. Окей, мы на тени. Так, я дальше пошел на тени. Тини, помочь. Ему очень мощно будет. Ему реально очень больно, кстати. Блин, с этой штукой у меня прикольный чар. Ну раз он вышел, типа, хули он выебывается, блядь. Но мы быстро убьем. Ой, а я 30-й летель, поздравьте. ГЦ. Ты 30-й. А Андрей все еще не 30-й. Да невозможно прокачаться в этой игре. Я вместо тревело беру Айгис. Да ты, это второй Рошан почему-то только. У нас падает мид, кстати, а там Тини может лететь, типа, я сделаю это. Да не полетит. Пойдем вот сюда надо идти. Ого, да, да, я тут. Надо идти, пока там крипы просто. Блин, они уже успеют появиться, но у нас Аегис теперь, хуегис. Так, ну я пошел искать челиков. Ну вообще нет, у нас там и Дум в таверне, там и... Не-не, я понимаю. Я просто, ну уже вай этот сраный скоро появится. Да нет, у нас еще куча времени. Ультану еще, у меня армора куча. Мы мег крипов или трон? Или трон? Давайте мегасов. Мегасов, а потом посмотрим. О, они проебали, кстати, глифчик. Мне кажется, Аигасом будут стоять прям далеко первый. Ну, а они без глифа, надо сделать мегасов, на самом деле за твой ульт может чуть ли не сломать трон. Да. Бой, сейчас прыгать будет, я отойду немножко. О, вот он прыгнул. Я снова обосрался. У кстати. Меня в жизни он не пробьет. Блять, я выкинул. Ну я на самом деле не дотягивался никак, у меня будет синтра. Ой, это навсегда. Кстати, а был бы у меня способностям. 10 крыжей способностей, я бы дотянулся. Я за 30-м. Пожалуйста, 30! Андрей, 30 к тебе уже скоро, не переживай. А ты там в доме? А, нет, тебе норм. Ебать, ты далеко. Так все, 30-й левел, ребят. Вообще я без АБК, меня бы подсейвить, гайз, вот здесь. Так ты их два героя, ты что они тебе сделают? Да, ну, к слову, на всякий случай.
Ну, вроде бы нормально. Ой, ну 30 на паке есть, не поиграл, конечно, но там должно быть интересно на самом деле. Фейсшифт атакует, плюс дэмдж еще какой-то и так далее. Хм. Вообще это реально забавно. Получается, ты прячешься в фейсшифт. Ульту ставлю еще и так короче, далее. Короче, ставишь ульту, хуячишь по всем, прячешься в фейсшифт. Два раза еще за ульту, еще два раза будет 2000, ну типа 1000 дополнительные. Да. И типа, и ты реально перебилживаешься полностью, по идее, в физдепос. Да. У тебя не было физдепоса? Ой, кроме блин. Enchanted Quaver. Не, пак классненький, паком прикольно. Вот этот новый рифт, который так прыгает кайфово, это вообще прямо шикарный скилл. Плюс если ты берешь еще, сейчас я взял дальность скиллов и прочувствовал это, потому что я прыгал реально очень далеко. Я прыгаю один раз арбом, даггером, этим сайленсом, там вообще просто по всей карте прыгаю. Не, ну мне понравилось, как шаман пришел на 20-й минуте, поставил агонимные фарды, нахуй там наебал. Спасибо большое, ребят, спасибо, старался, ребят, ой, похвала, похвала какая-то. Люди спрашивают, почему Дред так плохо играет, если Андрей реально в соло эту игру разъебал. Или не, мой троллинг, чат или... говорит то, что я это самый молодец. Не, да и хорош. Спасибо, ребят, большое, спасибо. Я, кстати, если что, беру Дазла на пятерку, чтобы не давать грейв вовремя. Ну, это так я уже и надо, говорил. Естественно. Я просто подчеркиваю, потому что некоторые люди, они спрашивают, типа, где грейв, или типа то, чтобы Guys, не давать мы грейв. Мы едем next? Еще одно можно. Ну, давайте ластецкую. Блин, да, поздно уже, со стороны вставать вот это. Ну, ладно, тренировка вот эта вот перед турниром требует. Все-таки надо обосраться конкретненько, чтобы это такие все... А, нет, все в порядке, это наш Андрей. Ну да, так. А, это мы играли против моего знакомого. Ром Зес на паке? Давайте поглядим. Письканавт. Если даже так. Да. Блин, получается на паке ЧВЛ все-таки реально надо собирать. Хотя... Блин, ну ВЛ сейчас лучше стал, мне кажется, когда он не дает армора, просто статы. По статам лучше, но сам себе что-то я не знаю даже. Не, ребят, мне кажется, ВЛ не кайф собирать. По сборке в урон. Ну, блин, это точно не с четверки. Я же, блин, бегал вторым левелом, когда все были седьмые. Вот. Вот это нам реально нормальных коров наконец-то закинуло. Блять. Опа. Так, чё, на ком начать руинить? Так, а чё, наш выход, да? Yeah. Ладно, возьму Сайленсер. Мне кажется, Сайленсер это герой, на самом деле. Сайленсер это и вправду герой.
Подумаю насчет хадрески, опять же. Блин, какая она клевенькая. Базилка клевенькая, хадрес, все клевенькое. Ой, Миранка, ну что ж такое? А можно набрать просто кучу статов себе? Да. Короче, все, парни. Настала пора проверочных баунти гюнтеров. Типа кучу статов набрать себе. Пить два бруска, потом и стик заградить. И без манго играть. А манго поднести. Да. Next level play. Так возьми себе вард, а нахуй я да, купить? Я хочу, сам вард. Я хочу. Возьми, точнее. Да, возьми. Ой, режь курица, режь всех. Я буду пробовать. Ну, я не знаю только, куда поставить, на самом деле, потому что... Между тир... Да, хороший вопрос, ладно. Было бы прикольно... Слушай, а может пробежать вообще поставить между Т4 вышками? Точнее, Т3 вышками. Тир 2 и тир 3, да, можно там поставить. Не, между тир 3 и тир 3, чтобы я видел, в принципе, и в одну сторону, и в другую сторону. Да, ты, наверное, не хватит РНЖ увидеть там, Варда. Думаешь, нет? Ну, не хватит, он слишком много. Угу. Я как-то мы играли на фурио. Ну, помнишь игру? Да. Ну, там чел. Здесь... Там был момент. Вы не заметили его, потому что нас там пиздили, вроде какая-то драка шла, или ну, нас насиловали. А я прилетел, короче, поставить вард на гору. Ну, на ту гору, которая у тир 2 вышки за дайр. Ну, понял, вот это вот. Типа, прилетаю, летит курица мимо, я ее убиваю. Вызываю тринтов. И уже просто, ну, и топаюсь обратно, летит еще курица, я ее убиваю, и тут еще летит курица, и я ее убиваю. Просто. Кайф. Заработал, кстати, нормально. Это кайф. Да, я сам кайфанул. Так, а че у нас кто в меню вообще? Геймер, руинер в меню. Ну что, как обнова? Да, блядь, весело, прикольно, но... Шмотки... Как вы думаете, мне кажется, должна быть фигня какая-то, не чтобы они падали абсолютно со всех крипов, эти шмотки, а, например, только с эншентов, скажем, чтобы это был какой-то... Вообще, я бы на их месте, на месте уважаемых Вальва, добавил бы, как бы, в лес еще один спавн крипов, крепышей. Ну, и крепышей, того, чтобы... Да. Ну, реально просто и уже... Вот, чтобы дропались только с крепышей вот с этих, чтобы да, их было убивать да. чуть-чуть челленджово, и... И там драки, может, за них иногда были что-нибудь такое. Это вот было бы типа, забавно. Своруйте уже полностью идею вальца, типа, и будет нормально. Да. Потому что то, что просто ты зашел в лес, убил гнола, и тебе выпал аркан ботинки, это странно. Это подозрительная хуйня. Мне интересно посмотреть мажор уже. Ну, в смысле, интересно посмотреть, скобочках сыграть на мажоре, ты забыл. А, да, извиняюсь. Ярослав, ты предполагаешь вот этот вард? На гору? Mm-hmm. Ну, можно его поставить, ты будешь видеть, потому что курица иногда так будет у тебя, иногда так. Бля. Да. Я бы на том месте, кстати говоря, или ты попозже хочешь? Ставь уже. Сларка порезали... А, да, действительно. Сларка порезали немного пассивку по времени на 20 секунд, а в обнове не написали. Что, серьезно? А, Void блочит тебе Blink Dagger. Что, не написали, блядь? А, ну, да. Слушай, ну у них человек опаздывает, здесь я не... Ну, у меня человек убежал на лансере. Куда ты? Алло, блядь. Мне показалось ли хук быстрее летел сейчас? А, я не знаю. Я вообще только тут 4 героя. Какая вот ситуация. Блядь, чел на лансере, конечно, интересный паренек. А, это винга... Ой, ВРК медовая с даблхилом, да, что у него будет? Да. Это будет она самая. Да чел на лансере просто куда-то убежал, если что. Просто нахуй убежал, и все. Подставил и меня, и себя, и нас всех. Ну, мне Андрей поможет, я уверен. Будешь с хуком, если что. У него вард, можешь проследить, куда вард. Ну да. Привет. Бля, короче, все, на лансере какой-то долбень играет, я уже вижу с первых его мув. Thank you. Ой, ну как же я разминаю. Он вард поставил, нет? Нет. Как же я разминаю своими штучками. Короче, все, играйте за четверых и на лансере долбоёб. Ну, по рангу было видно. Не надо, не стукайте. Все
все нормально у нас. Не хочу умирать, хочу унести себе хилку. Блять, курьер. Почему такой медленный? Наш курьер тоже сдох. Блин, чел, на лазе, понимаешь, что мы можем убить их, а не первого уровня? Ты уёба, кинь же ты копье свое. Не, в курьера надо встречать вот здесь, потому что он пиздец как медленно ползет. Чел, да чел на лансере, да кинь же ты копье в противника! Ты дурбецел, блядь. Я сам его уб... Ой! А! Это мой курьер, блядь, у меня курьер. Это невозможно, Ярик, они еле ползут, это пиздец. Ай. Она на виндеране просто может таких три. Да ладно, да ладно, забей. Ну, блядь, к этому невозможно привыкнуть. Да. Ребят, ну просто... сейчас в ответ ключик пойдет. Давай, давай, давай. Ответочка, это хорошо. Ответ очка? Ответочка, да. А. Блядь, лансер, помоги. Ради бога. Я уйду с его линии куда-нибудь в другое место. Я могу в мид прийти и там убивать людей? Бля, кажется, не похуй. Я ухожу с той линии. Я ебал в рот. Можешь мид, наверное, сейчас еще разобрать. Я пошел вон стрелять в Сларка, если что. Давай, я тоже. Ну, потому что, не знаю, этот лансер пускай сам с собой играет в доту. Мне кажется, это не очень интересно сам с собой в доту. Ну, возможно, но мы его... Опа. Я вот интеллект тут буду воровать, да, вот у этого гражданина. Возможно, у лансера сворвали весь интеллект, поэтому он не может. До этого, да, в какой-то игре типа украли? Да-да-да. Никнейм у него еще классный, L. Так, все, базилочка пошла, ребят. Это из ОНМ, кстати. А, так мне говорят, что это Lost. Бля, спасибо нахуй. Это мой аналитик, если что, да? Я... Серьезно? Не знаю. Ну, примут. Опа, примут, это я понял. Поубивать бы их здесь. Это мой интеллект, если что. Дучел. Это мой интеллект, чувак. А ты можешь за ним погнаться и выебать их? Ну, не знаю, я их сейчас убью тут обоих, я уже там наворовал, но вот это точно наш. Так, это его сила и твой интеллект. Блять, посмотрел профиль, получил въебал стрелу. А, снизу никого нету, и в принципе сейчас только в мини будет Батма, да? Не, я сейчас, вот. Я сейчас приду с ней, значит, играть. О, иди, Андрей, иди вот фарми там, там нормально. Ой, бля. Только я шел, я ничего, мне нормально. Leaked of Habiani. Не, я не знаю. Возможно, это фейк инфа. Да. Он думал, что к нему пришел, но, блядь, нет. Я чисто по историям, на самом деле. О! Можешь зайти за вышку, кстати, не на него вижу, но я укиллю Андрей. Он там лох бы стоит. Патч заждался, блядь. Откуда-то вылез из жопы. Ну ладно. Где он? Его право. Видится. Я чтобы к нему ботинок прилетел. Так, а ты хочешь, может быть? Хочешь. Я бегу. Он сейчас с ультой. Ну, типа, это Throne Worsted. Паджик здесь ебучий. Прочекай снизу по врагу.
Баджи кухнет меня, боюсь. Я прочакаю, но типа так. А. Может попробуем венхочку убить? Сверху, да? Да, да. Хотя там этот чел живет. Венкочку убить, я иду. Но она типа строй. Останься здесь, Ярик. На, ты хочешь убивать? Таверка летит. Слышь, может до низа добежишь, вон венгу убьем? Не хочешь? Да. Венга там жирненькая. Пойдем, пойдем. Да-да, я уже иду. На, тыпну. Ну, начните, я видите где, да? Да-да. Я без сбить. У Андрея будет. Все продумано. Конечно. Так, а монстра этого трогать не будем. Ну да. Да нахуй. А может попробуем? Блин. Хотя ладно. Давай. Е. О! Опа. Ну, что, только ману тратить на нее, если честно. Я нашел вот эту штуку. Могу лицо кому-нибудь намазать. О, давай, о, давай, давай. Намажь Андрея, да. Так а вот нас с Ярославной домашь и все. А, так вот себя же можно. А, там на два. Я думал, там еще но есть. Нет. Чё-то у меня какое-то ощущение, что-то стычкой Эмбера сделали. Возможно. С анимацией. О, смотри, она возвращается, ее бы еще раз. Жарко. Ага. Ну давайте я на вас сейчас отпушу линию, на восьмой проверяю рунку и приду. Так, я просто делать телепорт не очень хочу. Я, кстати, ее, наверное, убью рано или поздно. Она без телепорта должна быть. Да, да, да. Просто помоги немножко. Она вызвала своего друга, который... Бля... Как же этот друг ее дает в рот, на самом деле? Да, это жиза. Блин, ну мне с этим регеном так кайфово, вы бы знали. Ты для тебя... Что, Клокверк, у меня есть глобал. Можем убить сейчас с Ларкой, я приду. Ко мне летят Хальзиан, Рюх, я смогу делать телепорт вниз. Кайф, ну это пока ксерокопия, но мы сделаем скоро. Okay. Alright. Я лечу. Это может быть такое, да? Оу! Четыре персонс снизу. Вот он тот, смотри. Как-нибудь сам там, Андрей. Да-да-да, я нормально. А, снова ушел. Хитрец такой. Ну, у меня АКД ТП уже, я же сюда ТП-лся. Так. Нажал на меня в миде. ТП. Можно убить. Направо беги. Пытаешь ты ульт ему. Так, а вот это вот попить. Ко? Сейчас я втолкну пачку. Ой. Ты сдох. Ой. Хочешь или хочется пачку щитом толкнуть? Короче, ладно, какая-то полная хуйня происходит. У меня и Клокер какой-то ничего не понимает, что делается в доте второй. Так, ну забейте, тут многовато что-то было мальчиков. Там баунтюлинги. Там Клок пролетел. Буду контролить. Хорош, парни. Не, хорошо, что на Phantom Lancer все, тебе не нужен мозг, чтобы играть. Если он настолько плох, то ничего страшного. Ну вот, у него промэншилд есть. Да блин, но у меня... Иллюзия, просто иди нахуй. А вы захватите там, да, этот? Ага. Смотри, что, Жирникова захватим? Да легко. Реально легко захватим, если... Я делаю вид, что я на очке, а типа так чисто опыт чилю. Yeah, boy. Not bad. Well played, man.
Блин, ну это желе, это прям кайф. А ванпостик перехватите? Да, жиза, норм. Жиза. Nice call, man. Блин, насколько же отвратительная прокачка Shadow Волка. Просто не хочется его брать даже. По 6% замедления, фейт тайм немного. Аквилку бы найти. Аквилку нашел. Ах, пошел. Вот здесь вот аквила по-любому. Хуярь. Давай работаем. Аркеска ходит. Вот здесь, смотри. А чё, на миде мы не можем что-то предпринять? Тут ВР-ка ломает нам вышку. Там, я... правда, киса где-то там. Я клок рунку спиздил. Да клок рунку спиздил, блять, хукшотом промазал. Там такой клок. Уж прям упля. Смотри, подойдет. Вон, смотри. А там в инвизе когда? Да. А. На трек. Поебалу получил я. Меня не туда... Нет! Го вот сюда еще. Го-го. Давай. Блин, интеллект бы у него украсть, конечно. И трек бы ему дать, конечно, еще. Давайте. Блин. Не туда и не сюда. Ну ладно. Ладно, вот с этого может тогда, Ярик? Да, с этого можно получить. Гайзи, ноль маны. Ну окей, да мы справимся и без тебя. Итак. Не, что-то с анимацией тычки точно сделали. Но вообще другая. Глобал есть, если шо. Валим. Блин, на миде вышка, я подаю динамить. Барни, хелп. Да сам, Андрей. Сам. А залей мне свой дистик? Нет. Смотри, я чё могу. А чё, есть какие-то эти? Там где как идут? Как они? Глобал есть, если завязывать. О, так а чё, может тогда... Въебач, так называемый. Сейчас, да, да, да. Ну я иду к вам. В сторону низа смещаюсь, ну типа. Блять, ну естественно. Да, в глобале услов. Блин, бля, это мой интеллект. Это был супер глобалиус, чуть-чуть чел. Чуть-чуть хотя бы интеллект, это можно получить? Пошло. Мне кажется, все будут до сих пор пытаться ласхитить Пуджа, знаете? Нет, да почему нет. Это просто на... Нет, блядь. А за него нам дадут деньги? Я не знаю, ну, блядь. Надо выяснить, чувак. Ярость берсерка пошла. Да хуй нам в рот дали за нее. Опять сдохл курьер. Ты, сука, заебала. Жиза. Просто заебала. Глобала нет, на самом деле я бы не выпендривался. О, надо, слушай, надо расконтролить нам эти оба говна. И оба я, говна, да-да-да. И этот опа. Ну чел. Но он законтролит. Он законтролит говно, да? Нет, да-да-да-да. А, хочет винга меня взять. Ой, не одна она, а? Ой, не одна. Они в инвизе, Андрю. Бля, помощь нужна. А я живой, и мы законтролили! Ой, халява пошла. Когда я инвиз-то прожался, что-то видел? Было. Прожимался инвиз. Но мы зато получили сейчас опыта много. Они не забрали у нас эти штуки. Здесь не были в инвизе, бац. В инвизе вышли. А, курицы-то нет. Сука. Без здесь курицы еще... или. Лес немножко изменили, я думаю, сейчас зайдут, буду, типа, сюда спрячусь. Там уже нельзя так. Так, ну с другой стороны, реально мы взяли оба говна. Поздравляю вас. Да, мы взяли оба говна. Что этот ланцер покупает? Ёбаный ж ты, долбоёб. Огоним. Без... вот, Сларк. А, без диффузов сразу? Огоним. Огоним, дверь закрой. Блин, какой же я гений, да, если так подумать? Mm-hmm.
Да гений Старк, ой, это Клокверк, он сразу понял, что так будет. Нет, гений пел, который забайтил и поймал стрелу. Так, короче, нам надо людям начинать объяснять как-то, то, что на самом деле это важно убивать эту иллюзию вонючую. Потому что ну, с 20-го да. левела она начинает еще, кроме всего остального, магии нажимать. Ну, это вообще, да, несерьезно. Блин, 24 интересно. О, смотри, тут руна какая. Есть. Oh, I wanted. Ты на очке? Смотри, что? Смотри, на очке? Нет. Хочешь так же? Давай так же. Давай. Давай. Смотри, что. А на меня давай, я тоже хочу поебальничку получить. Отшлёпать, блядь. Легко. А чё, где тут выражение? АВР очка. Как... Опа, иду, иду. Глобал КТ. Я не был рядом с тобой. Когда Старк я был тебе так нужен. Ебать, всё, ладно, короче. Блядь, охуенный я вард поставил. К 100. Что там происходит у тебя? Вас ебут сер, да? Нет. Это просто занятие любовью. Да, наверное, его ебут. Это просто мы с Андреем яйца показываем. Показываем яйца, да. Casual ситуация. О! Бля, теперь я, кстати, смотрю, как яйца мне показывают. Надеюсь, им нравятся наши яйца. Я тоже. Да, я очень... Слушайте, блин, Венга с сайленсером, насколько же это сильно? Бля, а почему соединение с Dota 2, кстати? Не знаю. Происходит. Так это лост или не лост на этом? Мне кажется, нет. Ну куда? Да вроде нет, у лоста вообще другой аватар. Вроде. Да такой чел из Твери. Какой-то Кедин фан. Червячок, да нет. Червячок, какой-то... не, нет, червячок. Это червячок, да. Червячок это... Я Максим. Да, да, это какой-то... Кача. Это какой-то вафельный Кача. Рожок. Ну и он реально вафельный рожок, он собирает первым этому догоним. Он стырил вампиризм, радиус обзора ночи. Короче, мне кажется, нужно сесть уже, а то я что-то лежу. Пойдем еще где-нибудь яйца. Покажем что-нибудь. Пойдем, пойдем, Андрей. Я только вот за на имбирь яйца показывать. Вот, смотри, смотри, смотри. Хлебом там... не корми до яйца. Ой, там МКБ у мразоты этой. Да, это не страшно. Бля, охуенный вард я поставил, да? Опа. Сларк возможно. Давай, а ты, а сбей им, сбей. Ебать. Как их? Телепорта... Телепорта нет. Все невидимые, а мы, конечно, не можем с этим бороться, да, никак? У меня не получается. Ну зачем мне... Как мне сбить-то? Там, типа, надо просто в дэмэдж принести или как-то? Я не знаю. О, смотри, они вернулись. Так-то, лол. А у тебя же говол? Не, я же его нажимал только что. Ля, мне нажал! Глобал, Ярик! Нет у меня глобала. Бать, Винга, иди ты нахуй! Такие винги. Блин, больно, пиздец. Блин, ты Винга? Конечно, на самом деле. Просто шок, форсик. Так, но не, уходил, фантомыч-то, это самое, да-да-да. Фантомыч-то я дал... Ногой! А, копьем, ногой, копьем. Ать, ать, ать. Не. Бам. Блин, рейндж атаки, ты вингишь. Это PSG LGD. Ну ничего, ничего. Лансерок уже купился, смотри. Аганим. Ой, блин. А, ну у нас был один. Нормально. А ты прям пошел, да? Показывает, показывает. Не, он крутит, вертит, конечно, эту вингу. Ну, такое. Это нормально, что она живая, но мертвая? Да? Ну как бы, да, это Dota Underlord сыграл вот эту вот историю. Да. Там типа есть живой герой, мертвый, живой. Я такой думаю, развожу сейчас, типа там бац, там чинами добью, там... Иду нахуй пойду. Вот так и получилось. Чел просто умер, но выжил. Выжил, но умер. Так, а что Лансис вообще делает? Не что знаю. Кстати, вон за иллюзии бегает, смотри. Офигеть, у тебя 17 уровень, Андрей. А у тебя есть XPM-чик, да? Да, у меня есть аганимчик еще.
Короче, yeah. нахуй БКБ, БКБ для... Сами знаете. БКБ реально стал предмет не из лучших. А чё с ним? Куча всего работает, например, МКБ, тебе работает через БКБ, за тебя ВРК нажмёт ульт с МКБ, и ты сдохнешь. За 2 секунды. Так а ну, чё мы не хотим вот это так. взять? Давай возьмем, давай возьмем. Есть глобал, есть смокс, есть ТП, сверху что-то происходит. А чё, давай нажмем кнопочку и пойдем. Давай, или убьем опа. Кого-нибудь. Можно накинуться, ну, блядь, а как? Гайс, ну у вас там что-то это... Ага. Сзади сралка. Вы там вообще одни вы. Ну, лансер вроде бы. Ну, лансер поехал на этот, на... Лансер поехал нахуй, если что? Хотя бог за глобал просто убить Сларка. Ну так и есть. Сларка только диффуза. Но, яблочко. Чувак. 0-2-3 у человека. Счёт. Ладно, короче. Это ошибка наша, это не надо играть. Divine 1 там или Divine 2, там понятно. Не надо вообще играть с этим челом, он, блядь, ничего не сделает полезного. Венки Манта. Кстати, гоним этот на Bounty Hunter хз. Да-да, помойное говно, но хочется, понимаешь. Хватит. Че, я найду шмотку, нет? Не знаю. Сларк нашел шмотку, кстати. А че, вниз не придешь? Шмоточник. Или похуй. Ну так может быть мы их там примем снизу. Я уже я еду принимать. Ну их надо убить. Типа, что это за хуйня? Почему они тут вообще себе позволяют делать? Меня жрут. Ой, пизда. Я убил Сларка. Молодец. Ну посмотрим, что будет. Тут еще был вражина. Да-да-да. Нас привязали. Держи его, я хочу интеллект. А можешь не убивать? Или он убил? Да у него три либо. Ах, он сука. Да, он тогда убежит. Ну, а сука. Тогда его правда, ну ладно. Блин, вот это вот VR-ка, конечно, так все руинит на самом деле. И, кстати, у них здесь какой-то вижен. А, ну очевидно, кстати. Сломал. Уже сломал. Блин, если бы еще был бы какой-нибудь талант на 15-м или 20-м, то что трек нельзя диспелить, то я был бы сильно с одной стороны. С другой стороны, его же просто чем угодно диспейлится, и это гоним, в принципе, не работает. На самом деле, ну, ничего такого в этом бы не было абсолютно. Это как Slow Stardar же есть такой талант. Да, сильно, ну, если но... на 15-м, типа. А, на 15-м. Нет, ну, на 20-м. Давай договоримся на 20-м. На 20-м согласен, вместо талантов говна нормально можно пропихнуть. Реген лежит тут снизу. Оп, алтык. Ладно, если в каком-то веке на самом деле не я буду первый драк начинать, то будет, я думаю, все поинтереснее. Не, этого не будет никогда, ты всегда будешь первый начинать драку, потому что всем похуй. Понял. Всем похуй, какой трек. Ну я, конечно, могу начать драку первый всегда, сам поймешь. А, слушайте, надо у нас сверху наш, пойдем вниз. Пойдем. Могу вот поражать эту штучку. Всегда. Лансер, пойдем с нами. Yep, I'm ready. О, смотри, он хочет с нами, давайте его возьмем. Глобал бой, все. А, нас воруют. Блин, одна. Бля, мы не успеем своровать, и у нас сверху отжали, ну пиздец. Давайте драку тут выиграем хотя бы. Тут уже враги. Нужна какая-то помощь. Что, блядь, с этими ландшафтами новыми. Че, блядь, откуда это? Тебя связали, привязали, и ты хуй знает, что происходит. Я вообще не понял, с чем меня привязали. Вот чуть. Прыгнешь туда, блять. Долбоёб. Как же я, блять, отчаянно пытаюсь хотя бы два трека повесить и кинуть тосик в двоих юнитов. Можешь сломать нахуй просто этот аганим. Я бы задумался, на самом деле. Более бесполезной хуйни, чем меня видел, реально. Вот с этим деревом. Так и тут не было деревьев. Как а я стоял вот здесь вот. Она вот отсюда вот так вот кинула. Там и... баунти, наверное. С чем это привязало меня? Ну да, статы. Так, статы дает. Короче, ладно, все, я понял, больше. Стрела Мираны. А че у меня? Подожди, у меня аганим же что-то поменяли там, он что-то другое теперь делает, да? Там какая-то да, непонятная хуйня. Да. А че дает, я что-то проебал. Last World в ВАУЕ, типа... по идее.
В курса, да. В АУЕ? Да. Ой, нет. Это полная хуйня, если что. Блин, охренеть, у нее статов. Блин, я не украл нихера. Не украл нихера интеллекта за эту драку. Я в тильте. Я в кильке. Ладно, пускай будет так. Ванпост, да похуй на него. О, я тем временем 10 часов уже. Больно. Так, ладно, лансер начинает разъебывать по чуть-чуть. Да блин, мы сейчас очень сильные с этим. Ну, лансер вообще там всех убивает. Ему там вообще ноль врагов. По идее. Может просто идти драться. Ну, ждать нас с глобалом все-таки. Хотя там манты, БКБ появились. Да в глобал уже вообще поебать. Ну, типа да, он уже мало делает. Ну, все равно там что-то, может, что-то куда-то. Ну, вообще, если первую драку начнет лансер, и, например, Старк будет вынужден нажать БКБ, предположим, то, возможно, тогда глобал будет работать. Андрей. Хочешь я тебе кое-что дам? Тут начинается какая-то ебалова дикая. Андрей, нет, ты хочешь, чтобы я тебе кое-что дал? Я хочу, чтобы ты мне кое-что дал. А-а-а! Давай, давай. Посмотрите, Старк. Старк, по идее, скорее всего, в этом. В глобале, но я понял, меня просто разъебало. Блядь, что, блядь, делает лансер этот? Почему? Ну ладно, он вроде просто убивает кого-то. Там сзади без БКБ уже Сларк. Верка тоже без БКБ, если что. А. Сзади, вы можете вернуться там Сларк и Верка без БКБ, к нам просто... Типа, блин, вот... Чё там вообще происходит, блин, там свапают, что тут форсуются все. Блядь, меня иллюзия разъёбывает. Так она как герой. Чем в оверклокере врывается? На самом деле, как же... Всегда меня подбешивает. Ну, это иногда и в наших играх, когда мы вместе все играем, но в папочке это просто 24/7. Ну, то есть никто не защищает саппорта. Просто бизит два кора саппорта, а мой кор гоняется тоже за кем-то. Ну да. Ну, сука, блять, ну помоги ж ты. Да надо просто брать саппорта с инвизом. В инвиз ходишь просто и норм. А-а-а. Угу. Согласен. Лол. Прикольно, кстати. По-моему, у вас там отпушить бы. Я немного тильтую, потому что я не могу украсть интеллект. Я взял талант на плюс 2 к краже и с тех пор украл 4 интеллекта. 8, по-моему, интеллекта. Или вообще 4. Глобала нет. Они без VR-чики довольно слабые. О, Старк БКБ нажал. Он рефрешер, что ли, нашел? Что это за хуйня? Нет, это у него аганим такой. Он ему рефрешит все. Кого? А, Клокер? Не, я про Сларка. Сларк же нажал рефрешер. Мне показалось. А что мы делаем? Что там лансер? Только надо убить. Бей. А, бараки добить? Давай, у меня вроде дэмэдж есть. Ой, давай. Там под... Ага, под треками. Блин, нет. Баунти Хантер все-таки кусок... Гумна. Блять, мы сейчас опять всю экспу проебем. Да, мы проебем всю экспу и хотя бы баунти бы собрать. Ну я, видишь... Не, без БКБ... Блять, ладно, для БКБ это уже хуйня, без хикса. Какое же говно... А, они вот туда пойдут. А мы можем что-то там сделать с байбеков, может быть? А... Да? Вот там... Прикол. Это что такое? А, я понял. Не, они туда не пойдут. Они... Не, они все на Рошане, там Верк убивает Рошана, типа соло. Да-да-да. Я тот человек, кто спасет ситуацию. Я лечу на Шайн, Эндрю. У меня очень мало ресурсов, мне надо будет бить Шайн. Укради у них просто что-нибудь. Хорошо. Бля. А им вообще похуй, да, на игру? Ой. Андрей, ты лучший. Спасибо. Машинам? Развел на БКБ. Неплохо. Так, Андрей. Как я... Ой, ебать. Слушай, а я так-то подхожу, а ты же с Аегисом. Мы можем их подразъебать? Вот этих двоих. Наверное, я... да. Будет глобал. В принципе, если ты нападешь на них.
Опа, тоже тильтанул. Так, Андрей, дальше я пока постою, посмотрю. У него даст в бэкпаке он. А вот он наш. Он не хочет, чтобы его Сларк не бил, типа кнопку нажать какую-нибудь. А, ну ладно. Какую кнопку? Ёбаный ж ты рот. Почему? Ну, 25 мне идти. Ебать, гений. Блин, а я что-то обосрался, уже убежал. Опыт тверка. Согласен. Андрей, поможешь мне? Чё, она дерётся-то? Блин. К вашим услугам! Как победить? А ты сейчас сделаешь это. Давай, давай. Просто победи его. Убей его, Ярик. Нет. Блять. Ну, пробил, но бывает. Бывает, бывает. Ой, слушайте, я заработал денег, пиздец, чел, с того. Так, а чё? О, ну зато я 42 интеллекта украл. Ничего, ничего, у них БКБ будет маленькие, я их поубиваю. Блин, а гоним теперь не работает, вот сейчас бы у меня старое гоним. Ну, короче, в этой игре, если что, настроен на 25 уровень, ну, все нормально должно быть. Вот, Эмбером на 30-м я бы поиграл, кстати. Да. Я, кстати, тоже бы, если что. Ну что ж. Куда спешить-то, ебать? Вот, я сейчас такой думаю, это же пиздец какой-то. Ну, блин, как минимум то, что у тебя два чаржа фистов и ремнанты быстро ресаются. Ну, вот я про то же, типа, только это, остальное это... Да, кстати, это очень занятная история. У меня тоже, на самом деле, на 25-м такой приятный талантик, это, типа, затянуть игру можно всегда. Да нахуй заканчивать, парни. Согласен? Кстати, непонятно. Рефрешер и 12 секунд стало. Какой нахуй рефрешер 12 секунд стало? Рефрешер. Хоть Октарин взять? С Октарин же вообще будет без КД вообще все. Фисты. Блин, что-то там как-то не БКБ вообще не активно жмут у Верки до сих пор, блин, хрен знает сколько секунд. Ну ладно, мы их заставляем жать по чуть-чуть. Рано или поздно. А чё, зачем мы ждём-то? Не знаю, кстати. 18 плюс 18, блин, 18. Забавный момент, что у меня убито 29 крипов, но все равно почему-то 23 уровень, блядь, 13 тысяч голды откуда-то. Да, смотри, ломает. Но думаю, да нет, не надо было жать. Разве что Драгонил придет и что-то сделает, но... Ну, нажал? Опа, это я нажал. А почему? Нет, это я нажал, я гений. А почему, крипы? Чел, я просто дал волю подсознанию, я просто знал это. Слава богу, ты за, а не против. Да, кстати. Да, реально, слава богу, кстати. Давайте попробуем не проебать next эти... Нет, next, ну, next аванпосты, вот. Давайте вот это захватим заранее, а на тот можем сходить потом. Хорошо. А тут ВРК был сразу. Я пошел вам пост захватом. Давай. Я оставлю тут Ренан с вами. Пойду захвачу бота еще. На всякий. Смотри, идет какой-то чел. Я тут встал такой, типа. А, они в инвизе. Да, они в инвизе, но мы под центрой тут. Глобал дать, но ты проситься надо. Я же. Ну. Там даже не близко. Ну да, видно было. Ага. Ну, блядь, куда он, что он Сларк, блядь, ебучий стоит? А чё Сларк так быстро бьет? У него что-то там... А, у него Мьёлнир, я буду думать. О, себе куриц куда-то летит. Давай, давай. Я вот здесь вот. Ну как, блядь, ты привязываешь? Вот у меня то же самое. А, ну он за это сдох. Как? Да, блядь, какой-то вот этот ёлки говна, блядь, привязал меня. Mm-hmm. Кстати, знаешь, кому по фану играть на 30-м? Ну? Оверклокинг, жми, дурень. Ну, этому, Лансеру приятно. У него же там да. И доблгангер, и криты, и вся блядь,
Зачем, Андрей? Ёб твою мать. Я случайно... Короче, я не думаю, я смотрю на таланты на 25 уровне, думаю, ну все, естественно, наверное, трек берут. Там процентов 80 берут, типа, талант. И это, оказалось, я взял, это Evasion. Ты гост, мне говорят. Нахуй мне этот гост сдался, блядь. Если меня уже привязали, я уже сдох. Короче, парни... Всё, пора спать идти. Как, блядь, таланты перекачать здесь? Андрей, все равно будет 30-й, не переживай. 30-й, ну, а потом да, все будет хорошо. Да, согласен, в принципе. Никто не идеален. Мирана, но Мирана все ошибаются. Мирана не стронг. Вот. Смотри, как ему хуёво, боже, блядь. Вообще люди чуть не убили. Ебать, там... Это с Дейдаусом. А что, пойдем Астрошана убьем? Или что? Как вы думаете? Ну там Старкуль прожал. Эндер и... ВРК живая, сейчас спину небось прилетит, а не дана здесь. Looks like bullshit. Надо отойти. Но мы как спартанцы не отходили и до конца стояли. Все верно. Бля, и вот я сюда пришел и сдох. Где же у вас тут, блядь, синтра? Ага. Пожалуйста. Да, да, да. Хорош. Я не могу, блядь, все. Да почему, блядь, у чуваков вар стоит, сука, на горе? Почему у меня лансер постоянно дохнет, когда он вообще умереть не может вроде в этой игре? Че, блядь, делается? Ярик. Да. Дота, игра дерьма. Игра дерьма. Почему мы шайны так не сломали, блядь, что-то? Блядь, почему тут просто Сларк стоит? Так ты проебал, что ли? Ооо, найс, блядь, Эмбер. С чем вообще связано то, что тут стоит Сларк? Опа. И вся его команда. Опа. Блин, ну у нас Клокер гений. Это очень радует. Практически, да. Практически так и есть. Смотрите, это ходит, смотрите. Давай. Гуляет. Ты какой-то пожилой Эндер. Это 10 самых лучших пробежек в аниме. Ой, ну, Сларк здесь я вообще не ожидал. Ну чё, они просто в инвизе пробежали. Ищи его команду. Так, а они Рошан опять могут убивать, он там, по идее, плюс-минус туда-сюда. Его быстрее резкость, пока Ремнан добежит. Да. Так, у нас Глифченко есть. Есть. И он начинает им наваливать. Смотри, как Глиф вообще, он наваливает. Вообще, начните драку, и по драку... Ну, блядь, я надеюсь, Лансер начнет драку, и мы... Вообще, блядь, их бы убить. Андрей, а не хочешь пойти за ними? Выехал. Давай. Опа. Left. Да что это? Какие нахуй паузы? Че, ебанутые? Справа пуч. На Сларк там в спине только убивает. Не меня. Там Сларка бы убить сзади. Того самого. Ну, Клокер гений. Да, так я и говорю. Жалко, байбека нет. Не, у меня, ну, никогда. Как говорится, this guy fucks. This guy fucks. Это просто. Да купи ты себе предметы, блядь, человек, 6 тысяч денег на лансере. Почему он ходит без предметов? Кстати, она стоялась достаточно руна. Ну так, чисто. Достаточно, да? Ну да, можно. Давай, взять. Все понял. Почему человек на лансере не хочет купить предметы себе? У него есть 6 тысяч... О, он купил что-то. Хуя себе, сатаник. Он был сатаник принес, у него еще 3 тысячи денег есть. У него, блядь, избыток, косарь. Блин, у него, кстати, мне кажется, ему... Вот эта хрень на этого, на лансере, это настолько имбовая жуть, это просто... Вообще, да. Что, какая? Иллюзорная херня, и да. И прикол в том, что она тебе может выпасть, может нет. Ты играешь с лансером, 25% примерно, что она тебе выпадет, и как бы остальное сосешь. Так, ну 5 секунд уже БКБ там. Тем временем. Я фармлю 30-й АФК еще. Давай, а баунти руны соберете?
Клокерк 25, но он же будет еще и 26. А там, кстати, какая книга есть, надо кому книгу? Ну, блин, книга вам много не даст вам. Да. Мне много не даст. Я все равно заберу. А, пойдем Рошана, может, убьем. Должен быть уже. Значит, он есть? Эндрю, почему? Да, пульта гений. Да, да есть, есть. Не могу, пойдем. Извините. Будет точно? Да, да, да. Зачем мне все шелка? Кстати, варта тут так и не сломали мы? Че это звуки? Ой, смотри, какая свинья четкая. Каменная свинья, видел? Че? Ярослав, хочешь прикол? Алик тебя подспишу. Да. Дурочек. Забирай, Алика, забери базу. Этим ты меня уже не удивишь, Андрей. Я уже всякое видел, поэтому... О, мне дали... А, ну... Жирников будем? Можно, можно. Или вот худенькую. Хочешь, я тебя форсную хексы дашь? Да блять, ну за что меня-то? Я впитал стрелу. Притом стрелу на бесконечность впитал. Ладно, давайте еще играть. У нас там люди за ВР-кой гоняются, если что, пока суть на дело. У нас там люди, вот, лансер. Хотя, ну там люди за ВР-кой гоняются. Нормально. Да. Блин, как же много она делает дэмэджа, эта Йенгочка. Йенгочка ебанутая. На самом деле, стрела... Много стрел. Блять, он просто на меня прыгнул. Ебать, слава богу, Клокер гений. Гений или гемини? Его видно. О, как же он промазал сейчас, лоб. Что вообще делается, нахуй? Там Клокверка убивают. Пау. Его убили, кстати. Не, братишка, с тобой я драться точно не желаю. Нет, там друзья подошли. А, так у него Дейдалус, блин, да. Да, 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 да. Эту хрень тоже убить, пожалуйста. Блять, я за. Убить ее надо, да, она сейчас вас поубивает просто. Ебать. Он тебя реально убьет сейчас. Да, там даже не близко опять. И все равно в голове типа нету, то что. Да я просто тупой просто, поэтому у меня нет. Ну да. Нормальная ситуация. Вообще, в принципе. Это не зазорно. А чё, там нет людей, пойдем, вот может быть. Штуку можно съесть. Время это еще не пришло. За поддержку. Этот бы сломать. Блин, хотя вот сейчас пойду это брать и просто по щам получу. Не хочу, не хочу. Получишь. Ну а почему бы нам не забрать верхнюю... А, ну ладно, мы не успеем уже нихуя. Ай, бля. Купить гос, что ли, в натуре? Вард пропал просто-напросто. Интеллект не воруется. Единственное радует, что скоро Миран вообще перестанут брать, потому что этот стан на 3,5 секунды, он вообще никого не интересует. Какие-то кисы стреляют. Нам бы сломать вот этот шрайн? Сходить. F. Блин, подожди. UF. Боже мой, переделали все. Шрайн бы разломать. Ну же да. Ну, теперь можно и БКБ купить. Идут. Вон весь киса, ну мой, чё? Причём, блядь, я здесь. Там все байбек дали, кстати. Камон, блядь, у меня миссов миллиард. Верка сзади меня убивает. Где? Ну тут где-то было. Вон бегает, она с ДТ, ДТ еще выстрел, у нее гем. Там три байбека, блядь, все напал на Верку, но по-моему она сейчас убьет. Я заберу, Андрей. Еб! А почему? А что? Что? Ты удивлен? Почему он ее просто убил молотком сейчас? Так оверклокер включил, видимо, и... А, оверклокер же дает дохера скорость атаки, да? Да, да, да. Он просто напал на Верку и забил ее молотком, если ты не... что. Ты на очке чел? Нет. Блять, я не видел, куда она... Куда... Можем.
Я там подходит к вам Клокверк, он уже в стройку внедряется. Бля, куда ты? Куда там, что происходит? Ты смотри, что делает этот Клокверк, боже! Чувак! Зачем мы вообще в этой игре находимся, если есть Клокверк? Я не знаю, зачем, ну как бы, если они с Лансером вместе, то зачем Лансер в этой игре находится? Как бы, да, он мог просто все деньги отдать Клокверку, Клокверк бы давно всех убил бы уже. Бонус атак спид, бонус момент спид, андурейшн. Скорость атаки 200. Сам он реально сейчас вверху просто ключом забил, вы бы это видели. Короче, наверное, парни, походу реально Клокверк сейчас это очень такой... Ну, с анонимусом. Ну, нет, да, я типа... к тому, что у Клокверка самая большая проблема была, это уровень. Сейчас всем похуй на уровень, поэтому прям реально Клок очень хорош нынче, есть мнение. Так он уровень быстро берет. Ну сейчас, блин, реально же игра похожа на Dota VTF. У всех типа, ну, на турбомод, у всех куча бабок, куча опыта. Реально, как бы ты ни сосал, сколько бы ты ни дох, что бы ты ни делал, все равно ты при бабках, при уровне. Жиза. И типа, такие герои, как Клокверк, которым, ну, мол, сложно фармить, якобы было там когда-то. Он да, сейчас все равно просто одевается. Просто бегаешь, дерешься, вообще похер. Фармить — это не то, что сейчас важно. Ну, сейчас да. Только драться. Блин, ну на самом деле я вот ВР-ка, и, собственно, какой же мерзопакостный герой, вот что я могу сказать. Пайндерлекс. Так, ну что, граждане, я думаю, это конечная остановочка. Что, едем next, да? Да нет, да нет я все нет, уже. Да нет, дядь, я в соло. Да, давай соло сколько угодно. А, это мой знакомый на лансере, его забустили у него ранг легенда 4. Ну, я не знаю, возможно, это шутка, но... А возможно, и как ну, бы... Ну, это похоже на правду. Похоже на Легенды 4, это все действие. Ладно, гайз, что, давайте тогда до завтра, до турнира. Давайте, доброй ночи. Все, давайте, ребят, добрый. Счастливо. Это драйв. Дорогие друзья, спасибо большое, что смотрели. Увидимся с вами завтра на непосредственно турнире. Я считаю, то, что наша команда максимально подготовилась. И нужно хорошо выспаться. Поэтому сейчас этим и займемся. Ну а вам спасибо за просмотр. Всем спасибо, всем пока и до завтра.